сортов томатов с каждым годом становится все больше и больше. И это хорошо. Ничего плохого в этом нет. Что не нравится лично мне, это когда появление сортов на самом деле лишь создание нового названия, которое кто-то просто придумывает. Я не знаю, почему это происходит, возможно, в этом есть свои нюансы, но переименованием сортов занимаются во всех странах, и причем грешат этим больше не крупные агрофирмы, а именно мелкие частные продавцы семян, с какими я только названиями не покупал уже известные сорта. В этом видео я хочу сравнить два сорта. Один сорт – это новинка от агрофирмы «Сибирский сад томат Черная магия», а другой сорт – это уже известный и очень популярный сорт «Сержант Пеппер». Подробный обзор томата «Черная магия» я сделал в предыдущем видео, поэтому если кто-то хочет побольше узнать об этом сорте, перейдите по ссылке в описании. В этом видео я лишь сравню два сорта. Не буду сильно углубляться в их характеристики и опыт выращивания. Итак, когда я купил сорт «Черная магия» от агрофирмы «Сибирский сад», я видел лишь красивую картинку на пакетике, которая на самом деле толком даже не показывала какой-то помидор. Но при этом мне понравилось описание сорта. Когда же я вырастил томат «Черная магия», я был удивлен. Хорошо зная сорт «Сержант Пеппер» и видя перед собой сорт «Черная магия», я не мог найти отличий. Поверьте, я искал, но их не было. Абсолютно одинаковые кусты. И у «Сержанта Пеппера», и у «Черной магии». Оба индетерминантные, высотой в открытом грунте в среднем 1.5 метра. Те же тонкие стебли, узкие листья, иленький внешний вид, одинаковые кисти, одинаковые по срокам созревания. Никаких внешних отличий. Если посадить их рядом, вы просто перепутаете их. Когда начали созревать плоды, было видно, что и помидоры у них одинаковой формы, одинаковой расцветки, одинаковой массы, ничем они не отличаются. Я вам скажу, что даже по вкусу они абсолютно одинаковые у меня были. Знаете, если было бы хоть какое-то отличие, я бы мог сказать, что, ну, бывает, просто очень похожи. А здесь все один в один, просто близнецы. Поэтому какой я могу сделать вывод? Чтобы никого не обидеть, скажу так. Сорт томата «Черная магия» похож на томат «Сержант Пеппер» на 99,99%. Ведь я не могу утверждать, что просто взяли семена томата «Сержант Пеппер» и переименовали его «Черную магию». Мало ли, может, вывели селекционеры сорт, который так сильно похож во всем на другой популярный сорт. Ну а на самом деле мне кажется, что томат «Черная магия» и есть сорт «Сержант Пеппер». Это мое личное мнение. Вы посмотрите, возможно, потом сами вырастите сорт «Черная магия», сравните эти два сорта и напишите свое мнение. Разочарован ли я, что потратил свое время на выращивание сорта близнеца? На самом деле нет. Помидоры вкусные, сорт хороший, есть даже положительный момент в появлении сорта «Черная магия». Если вы раньше не могли купить томат «Сержант Пеппер», то сейчас смело покупайте в любом семенном магазине сорт «Черная магия». Причем семена эти вам обойдутся дешевле, чем у многих частных продавцов, и купить их будет проще. Не нужно отправлять предоплату, ждать свои семена полгода, как это практикуют у некоторых продавцов. Я, кстати, как-то уже упоминал, что некоторые крупные фирмы оправдывают такой подход якобы тем, что они долго занимаются адаптацией сортов, прежде чем пустить их на наш рынок, и поэтому переименовывают их. Лично мне такая аргументация не нравится. Сделали адаптацию сорта для определенного климата. Это здорово. Укажите это на пакетике с семенами. Но менять название не нужно. С другой стороны, торговля есть торговля. Там главное продать и заработать. И это происходит везде. А что вы думаете о таких похожих сортах? Да и вообще о рынке семян? Напишите ваше мнение в комментариях. Спасибо за просмотр. Здоровья вам и хорошей погоды!